Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы региона. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Обещанный детский садик в микрорайоне Алексеевский будет построен. Долгожданное событие уже не за горами. На детских летних площадках каждый день праздник. Очередной прошел в 12-м микрорайоне. Планы на неделю и долгосрочные обсудили на общегородском планерном совещании в администрации города-курорта. Анапчанин Сава Каракизиди снова привез золото с очередных соревнований. Передали земельный участок под честное слово. Специалисты Анапской межрайонной прокуратуры провели проверку на основании обращений граждан, в ходе которой установлено, землю в 1995 году передали Уренгою «Газпром» бесплатно под строительство жилого комплекса с детским садом на 160 мест. Жилой комплекс построен и давно введен в эксплуатацию. Детский садик так и остался в обещаниях. Но ненадолго. Уренгой «Газпром» через суд обязали выполнить обещанное. Город наш славен тем, что в нем очень много новостроек. Многоэтажки растут, как грибы, чего не скажешь о социальных объектах. Глава города-курорта Сергей Сергеев всем, кто начинает большое строительство жилых микрорайонов, определяет главную задачу – проектировать в жилых комплексах прежде всего детские сады и школы. И сегодня с удовольствием мы можем констатировать, что наконец-то в Анапе по результатам проверки Анапской межрайонной прокуратурой законности заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, суд вынес решение, обязав застройщика построить детский сад, который ранее был обозначен в договоре аренды как обязательное условие получения земли под застройку в микрорайоне «Заря». В 1995 году данный земельный участок был передан в аренду безвозмездно одной из организаций, осуществляющей деятельность на территории города Анапы. Соответственно, данный земельный участок был использован под строительство жилого комплекса этой организации, хотя детский сад, который должен был построить, даже не лег в основу проекта. Много лет подобная практика в Анапе была позволительна. Сегодняшний прецедент, благодаря настойчивости Анапской межрайонной прокуратуры, заставит застройщиков, удовлетворяя свои коммерческие интересы, думать и о жителях города, выполняя свои обязательства по социальным объектам. Анапский городской суд обязал застройщика построить обещанный по улице Крестьянской, 27, детский сад, в чем заверял город-застройщик еще в 1995 году. В 12-м микрорайоне города прошел праздник для мальчишек и девчонок, проживающих в многоквартирных домах. Конкурсы, забавы, развлечения и настоящая аллея звезд была в распоряжении детворы в течение всего дня. Так многолюдно летом на детских площадках среди многоэтажек бывает по вечерам. Я с друзьями пришел, и мы здесь с друзьями каждый день гуляем. Но сегодня здесь еще и праздник по случаю открытия детской игровой площадки в 12-м микрорайоне после ремонта. Умелый организатор, замечательный координатор ТОС Наталья Михайловна Ключникова собрала и взрослых, и детей в одну команду, которая с воодушевлением красила горки и качели. Администрация города помогла с новыми аттракционами, завезла свежего песка. И теперь на этой большой, уютно расположившейся среди деревьев площадке шумит законный праздник. По инициативе жителей 12-го микрорайона мы провели субботник. Благодарность хотелось бы выразить главе администрации, который нас поддержал в этом мероприятии. Есть предприниматели, которые привезли эту детскую площадку. Детвора здесь участвовали в покраске этой детской площадки, уборке территории. Поэтому большое спасибо Сергею Павловичу, что у нас свершилось вот такое большое событие. За интерактивными столами детвору учили делать из бумаги журавлей, веселых зверушек из надувных шаров. С удовольствием детвора подставляла щечки под кисточку юных художниц. Маленьким модницам очень важно быть среди сверстников особенным. Я нигде не участвовала, пока стояла в очереди, чтобы наклассить лицо.
А родителям важно, чтобы малыши имели возможность оторваться от телевизоров и компьютеров. Специалисты Центра 21 век придумали массу развлечений для детворы. Можно было проявить и собственные инициативы. С удовольствием перетягивали канат, а затем танцевали вдохновенно и дети, и взрослые. Сейчас музыка играла, в пляс спустились даже старушки такие, как я. Не выдержали. Позитивно очень, мне нравится. И родителю время ездить с детьми провести, и вообще отдохнуть. Ну а что, дети маленькие, ну маленькое, но счастье и радость. Здесь все хорошо сделано, хорошо, что площадки рассредоточены. Вот моему сыночку понравились шарики, подружкиной доченьке понравился аквагрим, так что, конечно, всем есть чем заняться. На свежем воздухе детвора скакала и прыгала азартно и заразительно, и было радостно смотреть на этот гвалт и гомон, сознавая, что такие мероприятия на микрорайоне Восточный – дело житейское. По итогам праздника детворе раздавали мороженое, а победители конкурсов получили билеты в кино. Исполнение муниципальных программ, социально важную тему ремонта сельских дорог и задачи на предстоящую рабочую неделю обсудили на общегородском планерном совещании. Мэр Анапы Сергей Сергеев поблагодарил ответственных чиновников за подготовку и проведение открытия курортного сезона. Благодарности и почетные грамоты вручили на планерке. Благодарности и почетные грамоты вручил глава города Сергей Сергеев ответственным за подготовку и проведение праздника, посвященного открытию курортного сезона в Анапе. И еще одно поздравление от начальника 11-го отряда противопожарной службы Владимира Савиновских. Анапчане заняли 3-е место в профессиональном смотре конкурсе среди представителей всех муниципалитетов края. Общее дело должно быть общим, Сергей Сергеев напомнил своим заместителям и начальникам городских управлений. Когда открывали футбольный клуб Анапа, глава курорта пообещал поддерживать клуб, если анапчане будут поддерживать большой футбол. На последнем состоявшемся матче на трибунах было немноголюдно. Для кого мы это делаем? Тратим эти средства. Для кого? Я лучше в Юровке асфальт постелю новый. Понимаете? Хотя это внебюджетные средства. Мы бюджета не тратим ни копейки. Но лучше я за эти внебюджетные средства сделаю вот детально тему ремонта сельских дорог обсудили в рамках контрольного вопроса планерки. Заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов выступил с докладом. Анапа в очередной раз вошла в число участников краевой программы. На условиях софинансирования на капитальный ремонт автомобильных дорог в этом году будет направлено более 52 миллионов рублей. По поручению главы курорта Сергея Сергеева приоритет в этой работе отдадут сельским населенным пунктам. В конце июня, начале июля к ремонту дорожного полотна приступят в Анапском, Гастагаевском, Виноградном, Витязевском, Джигинском, Приморском и Субсехском сельских округах. Работы много, сроки ее проведения определены. Акцентировать внимание мэр поручил восстановлению подъездных путей к социальным объектам и обустройству тротуаров, согласно наказам и просьбам жителей. Это не сложно. И пропорционально дорога, которая есть, протяженность. Если это проездная, гостевая дорога, которая летом используется отдыхающим, то, соответственно, этот округ должен немножко больше средств получить. Посмотрите, те дороги, где дети идут в школу, если там тротуары. Первый вице-мэр Светлана Яровая, проанализировав базу обращений граждан в МФЦ, отметила нарушения в сроках подготовки ответов и их качеству. 151 обращение рассмотрено с нарушением срока. Управление имущественных отношений 4 обращения с нарушением, архитектуры и градостроительства 13, ЖКХ 15 и управление социальной защиты населения 117. Обращение. Значит, решение будет следующее. По муниципальным службам мы проведем буквально день-два служебные проверки со соответствующими выводами и исправлением ситуации. В адрес Людмилы Михайловны Музенко я отправлю сегодня до конца дня соответствующее письмо с требованием навести порядок, взять на контроль и исправить ситуацию. 49 протоколов за неделю составили сотрудники управления муниципального контроля по результатам проверок соблюдения правил застройки и размещения торговых точек. Информацию о каждом нарушителе выкладывают на официальный сайт администрации города. Проверить, каким производителям отдают предпочтение руководители дошкольных учреждений образований при закупке продуктов питания, поручил соответствующим службам глава города Сергей Сергеев. Пожалуйста, организуйте контрольные мероприятия. Сегодня это вовремя у вас. Контрольные в каком плане? Пришли? Детское дошкольное учреждение, открыли холодильник, а там масло Ставропольского края съешь. Намек понятен? И тогда в обратную сторону раскручиваете, кто проводил закупки и так далее, и так далее. Есть. У нас что, на Кубани не выпускают? Или цена там дешевле? Но если дешевле, то проведите, Лариса Владимировна подскажет, где провести анализ, и вы приятно удивитесь, что там
я уже приводил пример, почему по маслу. Да, изготовление 1 кг сливочного масла, сколько надо молока, 100% жирность? 21 кг. Посчитайте закупочную цену, амортизация, производство, и получится, что килограмм сливочного масла настоящего должен стоить не менее 240-260 рублей. Покажите мне такое масло в Мальте. На рынке можно. А это дети кушают. И потом мы удивляемся, что же они у нас в обморок падают. 45 выпускников школ представляют город-курорт на губернаторском балу, а 25 июня для всех выпускников школ пройдет праздник «Алые паруса». Начнется он у фонтанного комплекса у здания администрации города и продолжится на Театральной площади. В этом году 1615 выпускников 9 классов и 641 выпускники 11 классов. Очередной плановый рейд Анапского отдела наркоконтроля прошел вместе с представителями администрации Виноградного сельского округа и общественности. Погода в этом году благоприятствует росту не только полезной, но и сорной растительности. Обнаруженная на Уташе конопля лась крупного размера с человеческий рост. Тщательная проверка пролисков, обочин и полей большой рейдовой бригадой выявила лишь несколько кустов этой запрещенной к бесконтрольному выращиванию в нашей стране травы. Вырванную с корнем коноплю тут же сожгли. Интенсивные рейдовые мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в городе-курорте продолжаются. Телефон доверия Анапского отдела наркоконтроля 5-48-95. Продолжаем выпуск новостями спорта. Абсолютным победителем Всероссийской летней универсиады стал воспитанник детско-юношеской спортивной школы номер 4 Сава Каракизиди. Спортсмен привез в соревнования золотую медаль. Первое интервью победитель дал нашему каналу. Я боролся 7 схваток. Первые 3 я как бы не помню, с каких городов были, но вот за выход в финал с местным, с Республики Татарстан, и в финале тоже с местным боролся с Республики Татарстан. За выход в финал боролся из Омской области. Ну, я сделал 4 болевых из 7 схваток. И 3 схватки выиграл, ну, явно победа, 12-0, то есть по баллам набрал бросками. А планы еще дальнейшие? Ну, сейчас я думаю, что 27 числа отправлюсь в Адлер на сборы. Там сборная России по дзюдо. Подготовка к турниру. Будет гранд-шлем в Тюмени. Вот будем готовиться туда. Мастер спорта по самбо и дзюдо Сава Каракизиди тренируется даже в день возвращения с универсиады. В этом году он вошел в сборную России по дзюдо и стал бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо. И вот на универсиаде в Казани стал первым по самбо весовой категории 62 килограмма. Поборол сильнейших спортсменов из команд Москвы и Санкт-Петербурга. Сейчас у Савы такой период в жизни, он стал у нас членом сборной команды России. Вот, и он очень часто у нас сейчас в этом году практически большинство тренировочных своих дней проводится в составе сборной команды России на различных сборах. Я очень рад его успехам. Я думаю, что дальше он будет только прибавлять и прибавлять. Конечно, тяжело с весом, вот, постоянно гонка веса. Это тоже психологически, конечно, все сказывается. Но мы стараемся создать этому спортсмену все условия для хорошей тренировки, для хорошей подготовки к стартам. В этом году Сава уже успел выполнить норматив на звание мастера спорта международного класса. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон-магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу: улица Крымская, 114. В среду 25 июня в Анапе ожидается ясная погода. Температура воздуха днем 22-24, ночью до плюс 20 градусов по Цельсию. Ветер переменный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 21 градус выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи.
Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48 300 и 48 333.